Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня видео по буксу ADZ Blue. Букс работает, букс платит. Я отсюда уже без вложений выводила там 2 с чем-то доллара. Значит, и сегодня я хочу загрузить рекламу и показать, как это делается. У меня на трафике 3 доллара 71 цент. Это рекламный баланс. Я сюда ничего не вкладывала. Я здесь работаю и зарабатываю своей активностью. Значит, как я заработала вот эти денежки? Сейчас я вам покажу. Смотрите. Значит, я вот заработала здесь. Во-первых, я зарабатываю вот здесь, как я и ранее говорила. Так, сейчас загрузится страничка. Вот я 100 поинтов. Каждый раз клюкаю, и мне начисляют поинты. Я уже наклюкала 7. Вот у меня майн баланс 7,98 уже. И поинтов уже это за сегодня 3160. Я нажимаю, шкала загружается, нажимаю claim, и так бесконечно можно. Значит, еще здесь есть трафик GERD, или как вот там он называется. Значит, вот на этом трафике, вот на этой штуке, я и заработала. Значит, нажимаете, выбираете любую клеточку. Ну, я уже просмотрела, просто сейчас вам покажу. Если у меня, вот видите, тут идет как бы просмотр рекламок. И если вы выигрываете, здесь у вас будут циферки, да? Если нет ничего, значит мимо. Так, я это закрою, так как 10 клеймов из 10 у меня уже сделано. Значит, и что? Я вот выиграла, значит, смотрите, вот здесь вот трафик GERD. И вот это призы. Майн баланс можно выиграть от 1 цента до 2 долларов. Так, трафик баланс тоже от 1 цента до 2 долларов. Это показывают как фуршазы баланс от 1 до 2 долларов. Поинты от 100 поинтов до 20 тысяч. Вот. Значит, я что здесь выигрывала? Я выигрывала вот этот трафик баланс. Мне давали. Вот. И я выигрывала. Так, майн. Нет. Поинты я выигрывала. Я выигрывала поинты. Первый раз я выиграла 15 тысяч с чем-то. И второй раз поменьше. А 15 тысяч это 1,5 доллара. Значит, смотрите, вот здесь можно есть статистика. 10 выигрышей. Сейчас посмотрим. Должна отобразиться я. Так, вот мой логин, смотрите, вот $75, трафик баланс. Это я выиграла сегодня, 24.08, видите? Вот мой логин. Так, и я еще вчера вот я выиграла 4358. Поинтов. Это я выиграла не вчера, это 22-го. Я выиграла. Далее. Вот еще мой логин. И еще трафик. Вот $93. Это я выиграла 17.08. Дальше нету. И еще здесь топ каких-то есть. Ага, ну, а здесь то же самое. А вот мои поинты. Вот 15 тысяч я выиграла. 780 поинтов. Вот это 15 тысяч, это $1,5. Так? Вот я выиграла мой логин. Это было 16 числа. Потом вот и вчера я выиграла 24-е. Это сегодня. Но это уже поинты, я вам говорила, на трафик баланс. Я зарабатываю, как я сказала, своей активностью. И у меня сейчас поинт, ой, на трафике 3,71. И я хочу
загрузить свою рекламу. Так, нажимаем вот здесь. Так, баннерс. Далее, здесь как бы нет компаний. Новая компания. И выбираю, что мне надо. 4. Ну, вы выбираете, как, если будете рекламировать, какой вам надо. 125 на 125. Я 468 на 60. Сюда вставляем URL-адрес. Так, если у меня получится. У меня все подготовлено, конечно. Так, URL-адрес. Так, я буду рекламировать свой проект, который стартует в понедельник, естественно. Значит, сейчас, если получится. Так, и баннерс. Нужно загрузить баннер. Сейчас я загружу баннер. Так, сюда я вставила ссылочку на проект. Значит, 468 на 60. Я загрузила, вот, нажала плюс ADD. Full, или как это, далее загрузила сюда баннер, нажала Submit. Так, далее что? У меня показывают сразу по умолчанию, что у меня есть $3, а $3 это 50. Так, да, 50 тысяч просмотров. Здесь можно нажать, посмотреть, и $2, 6, ну, выбрать, какой надо. Так. Пурша за баланс. Угу. Я не так сделала. Мне надо этот трафик перевести на Пурша за баланс. Так, секундочку. Так, значит, я немножечко не так сделала. Знаете что, как надо вот с трафика? Значит, объявление. Смотрите, трафик, обмен от трафика у меня. Трафик и exchange вот этот. Нажимаем. Так, новая компания. И значит, сюда заголовок. Так, опа. Открываем. Так. Так. Поместится, не знаю. Нет, не так. Вот так я сделаю предстарт. 600 рублей. Так, копирую. Перехожу сюда, вставляю заголовок. Далее сюда ссылочку. Инвалида. Клик. Что тут написали они мне? Переводим. Недоступного заголовка. Проверьте подсказку. Так. Ладно. Что так попробуем? Так, сейчас я сделаю все. Здесь очень короткое название должно быть, как бы вот я скорректировала все. Ссылочку я взяла с баннера, скопировала. Не прямая ссылка моя, а с баннера. Значит, и выбираю как бы пакет себе. Значит, у меня на балансе 3,71, и я выбираю себе, значит, вот у меня подходит мне. 10 дней мне не подходит. Потому что 3,90, у меня 2,70. Я беру вот 5 дней вот этот пакет. Значит, источник трафика, ну, сайт, с сайта я плачу, так? Вот это геолокация, это города, если кто хочет города выбирать. Так, это мне не надо. Галочку убираю. Ну что, цена $2 США, баланс трафика равен 3. Значит, нажимаю послать. Так, что-то у меня опять не так. Так, написано проверить URL. Вот сюда
Нажимаю сюда, меня перебрасывает на страничку. И проверяю свою рекламу. Вот моя рекламка. Теперь можно закрыть моего проекта. Так, я проверила. Так, все. Так, нормально. Исчезла эта штучка моя, как мы видим, все. А вот а теперь уже послать. Не допускайте моих ошибок. Делала все в режиме онлайн. И все, зелененько загорелась. Моя рекламка как бы в работе. Так. Ну что? Я показала, как заливать рекламу в проекте. И теперь у меня... Что у меня? Так, давайте я вернусь. Сумма должен баланс обнулиться. Так, да, у меня на трафике $71. Так, далее, что я еще хочу сделать? Проверить свою рекламу. Трансфер Exchange. И вот, пожалуйста, моя реклама. Так. Сейчас проверим, что здесь написано. Так, приостановлено. Начать. Все активно. Так, я все показала. Ну что, ребят, делала уж, извините, все в режиме онлайн, если видео уже затянулось. Все, моя рекламка активна. Время 15 секунд. Так, я уже сказала то, что я здесь зарабатываю своей активностью. Сюда я ничего не вкладывала, ни одной копеечки. Я вам все показала, даже смотрите, вот депозит. Сейчас нажму. Депозит. У меня здесь нет ничего. Так, а депозит здесь это вкладываю. Здесь нет history. Вот. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Зарабатывайте, кто хочет, своей активностью. У меня, вот я уже проверила на вывод, это я собираю. Я хочу сделать апгрейд. Так? У меня, как бы, я уже сейчас могу сделать за $5. Ну, я хочу подороже купить, как бы, да? И чтобы... Ну, получше для себя. Я там уже посмотрю. И обязательно запишу видео. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.